Так, а это что? А что, нет объектива никакого? Ну, на прохождение. Ну, я что-то объектива не вижу, или еще пока не появился просто. Ну, тут не будет ничего. Просто, просто идешь до прохождения без объектива, okay. Видимо. Okay. Ну, давайте там. Кто там перед? Кто у меня? Ну, Никита Александрович встал в проход. Никита, а у тебя как, какое отчество? Такое же. Александрович, два Никита Александрович. Ой, лишнее. Просто у Эмрила тоже Никита Александрович, поэтому... У нас и скин одинаковый, смотри. Да вообще, может, братья вы? Черт, я знаю. Внимание, быстро. А тут, помню, этот метрокоп встречал. Баночку свою. Вон она стоит, кстати говоря. Какую баночку? Банка, которая стоит на мусорке, он ее так вот ронял и говорил, подними. А, да. Это что, по какому-то фильму, что ли? Это Half-Life 2. То есть, это что, это типа NMO получается? Ну да. Ой. Я просто переделываю карту второй Half-Life. Ну, что так прикольно. Что-то новенькое. Надо будет это Максу сказать, что ну ты свой Равенхольм там 3 месяца пилил, блядь, а вот. А вот тут хоп, да, и готово. И столько шума надел с Равенхольмом. Плагины просил делать, да еще что-то. Никита, а можно после того, как мы поиграем, статистику к нам приплюсовать? Можно за то, что мы сынабили тут? Конечно. Это получается типа Synergy. Ну да. Или типа бесплатно. Спин-оп. Зомби. О, качельки работают. Full ammo. Только карусель работает. Виском ударился. Нехорошо. Кубики можно, да, подергать. Начал раскрутить карусель. У меня бинго 3x. Никита, покружи меня. Покружить тебя? Ну да, давай. А какой, подожди, я или... О, да-да, вот кружи. Друг мой. Да, ты. А, Никита. Просто я тут нас двое. Ну хорошо, Эмрил, давай, я буду... Ой! Надеюсь, ты меня не угогошишь. Это помнишь, как мы тогда в парке с тобой на этой самой катались? Чей туфля? Клумба, ой, хватит! Велосипед возьмем с собой? Ой, давай, я люблю на велосипеде. По лестнице, на меня. А я сяду к Эмри... А нет, так, мне сник. Никит, ну ты что, смотри, совсем на геометрии не дружишь? Оружие забирает. Не проходит. После перехода. Лео, наверх надо нести, да? Да-да-да. Да его не надо нести. Да нет, мы же уже решили его донести, да? Вот это не все. Я устал. Я ужасно устал, да? Садись на велосипед, блин. Отдохни. Толкнем его. Седло-то на месте хоть? Да, на месте, на месте. Хотя без седла, по-моему, веселее. Ага. Ой, бля, я только что заметил, что на сервере запрещен мат. Ух ты ж, мат. Ага. Мы разговариваем-то не на сервере. А, в Синспике, ну да, все, окей, хорошо. Ах ты ж. Ах ты что, шалопатка? Гнусная. Шалопат. Сжигаешь мосты? Да, конечно. Чтобы зомби не было. Как тараканище. Шалопат. Андерсон Сандерович Сандеровский. Да, Никитсон, ну ты запарил уже. Ты хоть научись правильно говорить. Мне нравится так. Все собираем. А, ну тут чё есть? Домик строит. Дэн, ты за что, да? Да я просто кидаюсь. На голову Олегу уронил. Подожди, а зачем его поддонами это все туда? Да просто так. Домик ему строим, шалаш. А там нас Алекс будет встречать, нет? Не знаю, Алекс не в курсе, наверное. Ух ты, что-то лестница поломатая. Да, девчонка. Дайте протиснуться. Вот так. А, кстати, Ник, тебе нужен этот аптечка. Ты красный. Да, нормально. Все равно помрем.
все тлен. Все равно умрем. Жизнь тлен. О, тут как бы нашел. Это, надо прыгать, но не в самый низ. А куда? Так вот. Ух я. Короче, на ту сторону аккуратно не спускаться. Может, как-то здесь можно зачепиться по-другому? Так, как еще? Ну, здесь сбоку, справа нет, нельзя. Они пробовали лифт вызвать? Я тоже хотя вначале думал. Лифт тут не работал. Это неинтересно, это для слабых. Да тут лифт для тех, у кого больше тысячи часов в Номорунке, только прыгать. Прыгают, конечно. Мы еще раз с админом были против, что ты эту карту пофиксил зимнюю. Как на здоровье? Зеленый. Отлично. О, ловите. Ой, Греб, ты плохо пролезел. Лови, дочку. Сверху. Оп! Блять, циркачи, ёпта. Только на самом деле, когда не вставайте. Да, он туда. Тут невидимый пол такой. Что за хуйня? Да все зашел. О, сработало, смотри-ка. Че ты? А че ты сделал? Кинул ящик и на него сверху прыгнул и не разбился. Вообще, поезд, поезд! Ты ж... Шалопатки у меня тут. Да. Переехало меня. Вместе с зомбиями. Бомбу надо было плантить. Взрывай. Не, их не дамажит. Заебись. Ну я хоть бы оттуда вышел бы, что ли, сначала. Там может, поезд, поезд. Я всех предупредил. Что-то я боюсь там прыгать, надо что-нибудь принести. Ну, бочки. А, это. Только одна бочка. Как-то они стоят тут. А, вот с этой стороны можно, да? А, ну, о, блин, сав, сав, вот на бочке можно, да. Посмотреть. Куда хочешь. Погоди, не падай. Никита, Александр, выпьем? Давай. Извини, Сав. Клумба разбил тогда. Да, ну тут прикольно. Все, вперед. Да я что-то подтупил, мальчик.